Захватывающий сюжет и запутанные преступления. Сегодня на Первом долгожданная премьера. Многосерийный детектив «Операция Сатана». Это новое дело майора Черкасова, уже так полюбившегося зрителям. Под угрозой безопасность целого государства. Справится ли главный герой с такой сложной задачей? И с какими трудностями он столкнется на пути к разгадке? Узнала Дарья Дружина. Купить меня решили? Думаете, я с вами заодно буду? В коллекторе найден труп женщины. Ты не суетись, майор. Убийство на моем участке. С чего ты взял? Какое убийство? Если для одних встает вопрос, убийство ли это, то для него, майора Черкасова, так полюбившимся зрителю по фильмам «Мосгаз», «Палач-паук» и «Шакал», ответ очевиден. В протоколе несчастный случай указан. Да указать могут что угодно. Ты вот сам посмотри. Но только на сей раз враг опаснее и хитрее, чем когда-либо. В разгар холодной войны Советского Союза и США в Москве действует шпионская сеть. Новое дело майора Черкасова государственной важности. Мы должны бросить все силы разведки на операцию «Сатана» и узнать секрет этой ракеты. Американцы лучше нас подготовлены. Они Москву как свои пять пальцев знают. Утечка информации о новом виде баллистической ракеты становится очевидной. Чтобы приступить к делу, Ивану Петровичу придется не только унять униженное самолюбие после разжалования, но и простить старые обиды, когда наверху понимают, такое дело под силу только ему. Хочет назначает, хочет восстанавливает. Я что, холоп, что ли? Брось, Вань. Кто старый помянет, сам знаешь. А ты профессионал. А что же вы профессионалов-то? Мордой в грязь. Черкасов, ему по большому счету, вот, как говорится, не мешали бы мне работать. Хочешь чужими руками жар выгребать? Не чужими, Иван Петрович. Твоими. В нарушение договоренности что-то делает сам. Когда человек делает свое дело, безразлично кто там. Главное, как говорится, дойти до конца. Не запутаться в этой сложной паутине загадок и тайн майору вновь помогает Софья Тимофеева. После отставки Черкасова теперь она руководит отделом. Я знаю, кто за вами стоит. Софья Борисовна, вы же не со своего голоса поете. Кто? Черкасов. Это его затея. Я прям его тень за вашей спиной вижу. Все-таки есть человек, пользующийся большим пиететом, и дядя Ваня, как называет его мило Соня Тимофеева, остается для нее все равно экспертом во всех вопросах. Но как давать советы другим, когда не успеваешь углядеть за собственной жизнью? Прости, навалилось все, забыл. Да у тебя каждый раз так, у тебя семья на последнем месте. Агенты ЦРУ узнают о каждом шаге советских физиков-ядерщиков. История не вымысел. Данные создатели фильма взяли из рассекреченных архивов. Это шпионский мир. Никто не знает, как это выглядит. Ну вот буквально до деталей. Как выглядит подслушивающее устройство, контейнер для передачи фотопленок. Это нужно было, с одной стороны, найти и воссоздать. Вот. А если это не находилось, то просто придумать и сделать. Тайники, передатчики, шпионский мир затягивает свою паутину с каждой серии. Черкасову придется применить не одну уловку, чтобы помочь КГБ поймать американского шпиона. Остается только гадать, для кого окажется успешной операция «Сатана». Дарья Дружина, Елена Штопова, Дмитрий Кулько, Виталий Аниканов. Первый канал. Итак, первая серия детектива «Операция «Сатана» смотрите сегодня вечером, сразу после программы «Время».